Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Minecraft Monopixelmon, и добро пожаловать в наш пятый сезон в 65-ю серию. Ну что? Что мы будем делать в этой серии? Нужно сначала отпраздновать то, что мы словили суйку на предыдущей серии, и сразу же поставим на наш столик, я надеюсь, можно сюда поставить? Можно. Печеньки и молоко. Чуть у нас много печенек дома. В принципе, можете брать, ребята. Тут тоже у нас печеньки есть на кухне. Так. Что у нас новенького? Мы же словили суйку на предыдущей серии. Это не просто какая-то херня. Это суйку нафиг. Кстати, я побрился. Я не знаю, заметно ли или нет много. В принципе, у меня не прям такая борода, что свисает. Но все же чуть-чуть есть, поэтому нужно было побриться. Так, ну что? Поставили мы наконец-то уже бутылочку с нашим кораблем. Сколько мы серии его нафиг делали? 20? Ну, наконец-то уже доделали. Сюда тоже, в принципе, что-то можно будет сделать. Но сначала давайте вот это расставим. Допустим, одно сюда, да? Куда еще можно поставить? Спустимся куда-то на первый этаж поставим. Есть место. Ну хрен его знает. Тут, в принципе, я вижу пустая. А, не. О, нифига себе, как оно ставится. Ну как-то вот тут, потому что тут пустая стена. Я знаю. Я не знаю, честно, ребята, где это еще можно поставить. Ну, где-то вот тут, что ли. Солнышко. Нет, не хочу вот тут. Хрен его знает, честно, ребята. Ну давайте на первом этаже поставим. Ну, где-то вот тут можно, да? Вот так. Нормально. Ух. Вот там босс. Анкоман. А, не хочу. Что мы будем делать в этой серии? Ну, во-первых, это все нужно выложить в наш сундучок. Сначала вот эту глину выложим в бэкпак, чтобы потом не ходить по сундукам, а чтобы всегда при себе было. Во-вторых, еще вот это выложим и вот это выложим тоже, чтобы при себе было. Сейчас это сюда, это сюда, это сюда, сюда вот это, сюда вот, вот так, вроде все, нормально. Сейчас, в принципе, можно дальше пойти охотиться на покемонов и ловить новых покемонов и прокачивать наших и плюс к тому прокачивать орб, потому что вот сейчас я уже могу сказать с уверенностью, что следующий покемон у нас будет Запдос, потому что не думаю, что заспавнится ли Лугия или Кьогр. Но все может быть так же, как с Суйкуном было. Посмотрим. А, так, ну что? Днем. Куда бы нам днем пойти? Дратини и Риолу. Дратини. Риолу. Да, пускай будет вот так. Да, ребята, я знаю, вы все очень хотите, много тоже уже меня просило людей, чтобы я пошел и словил Глейгора. Мы пойдем, но не сейчас, а чуть позже. Потом мы его, в принципе, словим. Тоже нужно свое время. 1100-2500. Ну, допустим, 1000-2500. Главное, чтобы в земле не застрять. Нафиг, как знал прям, да? О, еще и босс там. Это кто у нас? Рарбосс? О, нифига себе, тут красиво. О, там два босса, ни хрена себе. Я бы еще тут вот так сфоткал. Я потом действительно, может, в том же, в той же группе, в тех же альбомах создам отдельный альбом, где я буду выкладывать свои скриншоты, где я, например, да, вот так летал, плавал и, в принципе, находил вот такие прикольные места. И, в принципе, три босса, ни хрена себе. И, в принципе, не только я, а вы тоже сможете туда выкладывать свои скриншоты. Все-таки по тому поводу, что я говорил, что, типа, добавлять в это, добавлять людей, как бы, в серии, да, чтобы они тоже показывали с помощью вот тех, ну, пейзажей, да, как я предлагал. Если честно, нет, не хочу, потому что, ну, во-первых, нам уже музея хватает, нам уже музей потихоньку надоедает, потому что мы много времени к нему, как бы, возвращаемся и много о нем говорить, и говорим рулет. Ни хрена себе рулет 55 уровень, ты что, охренел, что ли?
И, в принципе, мы много к нему возвращаемся, и это уже реально очень много. И поэтому уже можно, в принципе, заканчивать даже с тем же музеем. А не плюс... А, у нас есть уже рулет. А не плюс к тому еще добавлять какие-то новые идеи с какими-то пейзажами. Да, нам хватит уже музей достало, а не чтобы еще добавлять какие-то новые идеи. Поэтому, мне кажется, пускай пока что вот так хватает. Рулет у нас уже есть, я думал, у нас его нету. Оказывается, он у нас уже есть. Ну, я тут в поисках Риолу. Вдруг. Но она вроде Extreme Hills M спавнится, поэтому тут он вряд ли будет. Но может быть там, где я замаркировал, вот минус... Сейчас. Там, где мы качаемся на бишарпах. 105 300. А в какой-то стороне? Вот в той, да? Может быть там, может туда мы еще, в принципе, полетим. И может кто-то там заспанится. Или Энтей, или Риолу, да, если, конечно, повезет. Extreme Hills M, да. Ну, все, садимся, ждем. Хотя... Вряд ли тут что-то заспается. Тут есть еще горы, давайте их тоже прочекаем. Вдруг там тоже что-то нормальное будет. Нужно еще за Селби будет немного поохотиться. Тоже вдруг. За Рейквазой я не хочу, потому что надоела она мне. Так же, как и в предыдущих версиях. В предыдущем сезоне она не очень хотела спавниться, и то может заспавнилась через какой-то баг. О, Extreme Hills Plus. Вот тут спавнится Энтей. Тоже, ух. Если она тогда через какой-то баг спавнилась, да, то сейчас, в принципе, я не думаю, что исправили. Ну, хотя могли исправить, но не факт, можно и так сказать. Ну что, Энтей? Что? Давай, Энтей, Риолу. В данный момент нам пофиг, да, ребят? А вдруг? А вдруг две серии подряд у нас легенда вылезет? Ну это уже прям охренеть будет. Я же опять с камерой снимаю. Давай. Давай, легенда. Давай. В предыдущей серии я только сказал, что вот с камерой... Бум. Сразу нахрен легенда заспавнилась. Extreme Hills. Ну. Ну. Я не знаю. Тут уже, в принципе, горы кончаются, поэтому туда нет смысла идти. Может, сюда еще ночью будет прийти, посмотреть. Суйкун же тоже ночью заспавнился, хотя он, в принципе, днем тоже спавнится, но заспавнился-то он ночью. Поэтому можно сюда будет тоже ночью прийти проверить Энтея. Вдруг? Ладно, пока тут никого нету, давайте еще быстренько к Селеби слетаем. Там у нас где-то еще билд был, где спавнится... Райкваза, Sunflower Plains, но хоть убейте, я не помню где он. Это нужно опять на карте искать. Поэтому, ребята, даже не представляю. Так, ну что, подождем, может, минутку. Вдруг кто-то вылезет? Может. Может. Да твою нафиг, ребята, извиняюсь за этот конченый звук. Хрен его знает, да, иногда вот эти, я не знаю, слышали вы сейчас или нет, это когда, знаете, телефон близко стоит на компе, и такой тут-тур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 -
например, да, за пару секунд до того, или за пару секунд до того, как кто-то позвонит. Знаете, всегда были такие раньше, когда, например, у друга я сидел, да, у него телефон возле компа стоял. И такой, ту-ту-ру-ру-ту-ру-ру-ту-ру-ру. Я ему говорю, я тебе сейчас предскажу, он не знал, что это такое, я ему говорю, в течение 3 секунд тебе позвонят. 1, 2, 3, и ему звонят. Ни хрена тебе, как ты узнал? Это по этому звуку можно определить. Но у меня иногда или телефон кончен, или что, хрен его знает. Потому что просто, знаете, по приколу. Прикол, захотелось ему попеть вот эти звуки, и он начинает и тролливали тут. Ну, ладно. Я не знаю, ребят, куда нам идти. Может, все-таки на бишарпах и дальше прокачаемся. Вот сюда, допустим, да? Давайте быстренько еще туда пролетимся, в ту сторону. Вдруг кто-то заспавнится. Если нет...
тогда нет. Extreme Hills, пожалуйста, М. Опа, затуши, они заспавнился. Мы вроде ловили Hitmon Topa, но он вроде был у нас обычный. А Shiny пригодится, мне так кажется. Так, Hitmon Top. Вот ты, да, Shiny? Я надеюсь, я в того? Да, в того. У нас есть уже Hitmon Top, но... Ох, и случайно нафиг на мастербол не нажал. Было бы охрененно. Ну, ловить Hitmon Top. Не пудри мозги. Мне интересно, почему в этой версии они убрали спавн Манчлакс? Они что, дебилы что ли? То есть в предыдущих нахрен версиях, 10 версий назад спавнился и Манчлакс, и Снорлакс. Сейчас они убрали первую эволюцию Снорлакса и спавнится только Снорлакс. Потому что я сначала думал, ну ладно, может я просто, знаете, не замечал, что спавнится Манчлакс. В предыдущей серии сколько же Манчлакс? В предыдущей версии сколько же Манчлаксов спавнилось? Больше нафиг, чем самих Снорлаксов, да, потому что это, в принципе, первая эволюция. Я часто думаю, ну не знаю, может я типа не замечаю, что ли, да? А потом мне даже ВКонтакте написали, что нет, Эдисон, мол, спавн Снорлакса убрали, сейчас только Манчлакс спавнится. Так же, как у Магмара. Магмар же тут спавнится, но люди есть такие, которые, в принципе, еще даже не знают, что Магби есть в этой версии, то есть Магби есть, например, даже если... Покеспаун Магби есть. Но он не спавнится. Нахрена добавлять первую эволюцию в мод? Первая эволюция не спавнится, но другая эволюция спавнится. В чем нахрен прикол? Я не догоняю. Ща, подождите. Вот Extreme Hills. Только тут зона такая вот этих Extreme Hills, такая походу. Но ждем, может пару секунд подождем, вдруг. Но ну ладно, уходим, короче, ребят, не будем мы зря время тратить. Бишарп. Лучше, если успеем, то в этой серии лучше уже прокачаем того же Сизора или Голема лучше. Только чё-то я вообще Бишарпов нафиг не вижу. Бишарп. Ну я же правильно написал, он столько раз писал, думаете, что я сейчас неправильно написал? Окей, спаун Бишарп. Ну чё-то Бишарпов вообще нафиг нифига нету, ни одного. А, ну вот, только сказал, сразу же заспавнились. Сразу же паскуды в бой вступили. Твою нафиг. Ладно, сейчас мы... Кого мы... Люксрей... Люксио, Люксрей... Нет, Чинкс, Люксио, Люксрей. Твою мать, его уже нужно было выложить 4 уровня назад. Ребят, ну чего вы меня нахрен не предупредили? Чего вы меня не предупредили, что нам нужно было выложить Люксрея 4 уровня назад? Вот вы, ребята, даете. Вот вы капут. А я его нахрен качаю, даже его даже не заметил, если честно. Если бы знал, то выложил бы его реально уже 4 уровня назад, и уже бы взяли мы какого-то другого покемона. Но вы меня не предупредили. Эх, вы, ребята. Нехорошо так. Так, ну что, давайте один уровень Люксрею к 45-му прокачаем и сразу его выкладываем. И 5 уровней Гулему. И, в принципе, тоже его выкладываем, да? Extreme Hills M. Тут, в принципе, тоже Extreme Hills M, да. Дос. Люксрей 45-й, замечательно. Его мы выкладываем, ставим, допустим, на Магмортара, да? Гулему 4. Сайзеру 8. Ребят, я не уверен, что в этой серии мы сможем прокачать Голема. Вряд ли, если честно. 4 уровня, не скажу, что много, но вряд ли. А про Сизора 100% мы его не успеем прокачать. Так. Ух, ну, Покемон.
Ну, хотя бы постараемся, знаете, чтобы уже в следующей серии. В принципе, нам сейчас и так это нужно делать, потому что нам нужно прокачивать орб. И плюс к тому мы себе еще и уровень добываем. А с помощью уровня нам уже нужно крылья будет дочарить до конца. Да, я просто хотел посмотреть, есть ли она у нас. Но есть. Есть. Кого у нас еще нету, кто спавнится в горах? Не представляю, ребята, если действительно кого-то нету, то напишите в комментариях, потому что, ну, мне кажется, что все есть уже, кроме Риолу, конечно, да, Риолу нету. Оникса мы вроде ловили. Сейчас я еще раз покажу тем людям, я не знаю, может они правы, может нет. Покеспаун Стиликс. Ребята, в этой версии еще нету эволюции Оникса, поэтому перестаньте просить, иди со мной, эволюционируй Оникса в Стиликса. Как? И он эволюционирует, его еще нету в этой версии, поэтому я его никак не эволюционирую. Люксрей, я тебя прошу, я тебя случайно кинул. Фу. А то, знаете, иногда такая хрень есть, да, что качаем, убиваем 10 бишарпов, ему уровень не добавляется, а кидаем... А убиваем одного бишарпа, ему уровень добавляется. Тому, кого мы случайно кинули, да? Так. Еще два уровня голему. Нормально. Вряд ли мы успеем в этой серии, но все же. В этой серии я не буду никого добавлять в музей, потому что я уже говорил, почему. Будем добавлять один раз в три серии. То есть одна, потом вторая, потом третья. За три серии насобирается людей. И в третьей серии сразу добавим... ну, третьей серии как бы по счету сразу добавим... девять людей в музей. Так, я уже перестаю вот вас просить экспешер, потому что я знаю, что вы жадины всякие, и никто мне экспешер больше не даст. Один дали и хватит, да? Охренеть. Даже по логике подумать, если сообразить, так-то даже везде и пишут, везде и говорят, что... Так даже если просто сообразить, то в этом... Мастербола намного шанс дропа меньше, чем у того же экспешера, нахрен. Зато сколько нам уже мастерболов выпало? Уже три. И также несколько... несколько паркболов, но мастерболов тоже нормально. А экспешер только один. Бред какой-то. Ну ладно. Ух, я случайно... Так, Магмуртар я кинул, чтобы уровень тебе дал, но не чтобы... Вот, нормально, чтобы тобой убить. Нормально. Так, вылечим. Помните, ребят, тот случай, когда три бишарпа бились? Я до сих пор думаю, как нахрен это реально, чтобы бились три бишарпа? То есть, это вообще непонятно было. Вокруг никого не было. То есть, нет, двойная битва, да? То есть, один на один, еще один на один. То есть, два на два получается, да? Каждый по отдельности. Нет, нахрен, три бишарпа стояли и между собой дрались. Как? Это даже не баг. Не, ну просто... Как у них определяется, кто ходит, да? То есть один, потом другой, потом третий, потом опять первый или так. Первый, третий, второй, первый. И хрен его знает, как это у них вообще было. Я вообще не понял. А вот уже утро, ребята. Вот уже утро. Замечательно. Фу, успели мы прокачать и Люксрея, и Магмуртара. Ну, не Магмуртара, а Голема. В принципе, Люксрея мы уже давно успели, но сейчас мы его докачали. И 317 убийств у нас еще осталось. Да куда я опять ТП-хаюсь? ТП, ла-ла-ла. Ух. Фу, ну что, ребята... Выкладываем двух покемонов, берем двух новых. Кого? Как думаете? Может все-таки... Нет. Дайте подумать. Следующий Иви мы возьмем тогда, когда мы выложим Магмуртара, потому что следующий Иви у нас будет Флорионом. Поэтому сейчас мы выкладываем Люксрея вместо... Давай тебя и Голема вместо. Не
Не знаю, нужно смотреть. Нумел нет. Старью вместе Шавота у нас будет. Хитман топ у нас есть. Суйкун. О, давайте этого тормозилу. Да? Пускай он будет. У него уже вроде... У него добавили, да, ребята, эволюции? Слоуки, да, слоуки. Нужно посмотреть, как он эволюционирует, вроде с короной какой-то. То есть у него вроде две эволюции есть, да? Бро и Кинг, но это нужно потом будет смотреть. А Бро как прокачивается? Не так? Нет. А что, наверное, обычно уровень? Ну, в принципе, да, наверное, уровнем. Так, ну что, давайте еще вот это выложим. Еще вот это выложим и вот это выложим. Замечательно. Сейчас вот это и сюда вот это и там еще какой-то болт был, но я не помню. Вроде, ну фиг его знает. Ладно. Давайте напоследок, чтобы просто так серия не простаивалась, да, без каких-то покемонов. Давайте быстренько еще сбегаем куда-то и постараемся кого-то словить. Ну, куда и кого... А, знаете, кого можно словить? Можно хотя бы попытаться, не говорю, что мы сейчас пойдем и 100% словим. Вот, Крайогонала. 5600 минус... Ух, охренеть. 5675 минус 1300. Да. Крайогонал. Вот так. Ну, он тут спавнится. Ice Plane спавнится. Ну да. А у нас... Нет, у нас не зато... Нет. О, там босс. Я не знаю. О, и там босс. А, ну это Солрок. Не хочу я за Солроком щарыться. Дайте нам просто Крайогонала, и мы пойдем. Без лишних вопросов. Так. Первым делом мы Сизера, наверное, прокачаем, как мы уже говорили. Так, быстро, быстро, быстро. Еще раз. Замечательно. Так. Ща. Ребят, лава. Вот. Так, смотри, что я сейчас смотрю. Тут же у нас тоже Flower Forest. То есть тут даже и Силуби может заспавниться. Пока мы тут будем охотиться на Крайогонала, то может даже и Силуби заспавниться. Так, ну что? Я на карту смотрю. Нет, никто не думает заспавниться. Кто тут у нас? Агрон, Диглет, Солрок. Дратини. Я пытаюсь найти Дратини, но как бы это, знаете, не от меня зависит. Заспавнится, мы словим, если получится. Не заспавнится, тогда нет. Там алтарь еще, мол, нет, Артикуну. А, нет, показалось. Сало. Венозавр. Нет, мы тебя трогать не будем, Венозавр. Ни хрена себе, как залагало и сразу столько... Ух, вот это выбор нафиг. А нужно успеть всех убить. Нужно еще успеть всех попасть. Вот так. Сейчас выбор. Или за Лайроном пойти легендарным. Ультрабол. Ни хрена. А Лайрон пропал уже? А нет. Значит, другой. Сало пропало. Охренеть, ребята. Sunflower Plains. Ice Spikes, то есть Райкваза, Крайогонал, и возле еще где-то еще и Flower Forest, то есть еще и Селеби может заспавниться. Ни хрена себе точка. То есть может и Крайогонал заспавниться, чтобы мы его словили. Может Sunflower Plains тут рядом, может и Райкваза заспавниться, чтобы мы ее словили. И также рядом еще и Flower Forest, что и Селеби может заспавниться. Да, в принципе, я так сейчас говорю, что все могут заспавниться, но нахрен никто не заспавнится.
Нет, надеяться на то, что выпадет экспешер, уже, ну, никакого нахрен смысла нету. Фу. Я не знаю, честно, ребята. Левел болом ловить 50 уровень, в принципе, я не вижу большого смысла. О, нифига себе, квикбол, как всегда, выручает. Но зато мы словили Солрока. Сейчас, в принципе, мы тут еще походим чуть-чуть. А знаете почему? Во-первых, могут алмазы быть, это во-первых. А во-вторых, мы же все-таки до сих пор находимся Ice Pakes, Sunflower Plains, но, в принципе, рядом Ice Plains Spikes, да? То есть еще и может и вот этот заспавнится, и Cryogonal заспавнится. Так, откуда мы вообще пришли? Открыли даже в шахте. Помощник большой. Так, ни хрена себе, тут у нас что? Вы, походу, вылезли отсюда, что ли? Да. Я не знаю, ребята. Может, тут тупик? Ух, нифига себе, я напугался. Я думал, уже куда-то в лаву падаю. Там босс? Не знаю, ребят. Просто сейчас смотрю. А вдруг все-таки алмазы? Вдруг? То есть... Не скажу, что нам очень нужны алмазы, но почему бы нет? Если они где-то тут валяются, лежат, то почему бы не выкопать, да? Но, как я вижу, ни хрена тут нет. Так, сейчас, ребята. Сейчас, нужно хотя бы факелы ставить, а то ни хрена просто шейдерами тут не видно. А хотя, если мы в шахте, почему бы шейдеры тупо не выключить? Меньше лагать будет, согласитесь. Ну, там вроде ни хрена нету. А то вдруг еще шейдеры залагают, мы еще в лаву бабахнемся. Будет вообще круто. И крылья прокакать. И три мастербола прокакать. И стаки болов обычных прокакать. Ну как, не обычных, да, ультраболов и там других. Ну, как я вижу, ни хрена тут толкового нету, поэтому давайте еще раз сюда тпкнемся. И Cryogonal тоже вылазит, чуть не хочет. Кого мы словили? Солрока мы словили. И в принципе... Да, в принципе, все, мы только Солрока словили. Ну, зато нормально, зато мы прокачали. И... Зато мы прокачали и Голема, и Люксрея, и взяли двух новых покемонов. В следующей серии мы уже, наверное, докачаем и Сизора, и Магмортара, то есть выложим, возьмем Иви, и возьмем еще кого-то дополнительного. Поэтому будет нормально, мне так кажется. Но, как вы видите, тупо никто не хочет тут спавниться. Тут есть место для двух легенд. О, пипинсер, дождь, тут снег. Тут есть место для двух легенд, есть место для обычного покемона. Но, как видите, никто не хочет спавниться. Свайну. Ну, ладно, пойдемте, быстренько его завалим. Может, по пути кто-то дай заспавнится, может. Так, я тебя вижу, снайпер. Попадем, не про... прицел. Попали. Нужно прицелиться. А то хрен так попадешь. Так, ладно. Ни хрена, ребята, тут нету. В принципе, наверное, уже мы на этом и закончим. Прямо вот тут где-то. Наверное, в принципе, в следующей серии мы отсюда и продолжим, потому что нужно будет словить Cryogonal. Я хочу его словить, да? А потом также можно будет забежать куда-то в лес, допустим, снежный лес. Вот сюда куда-то и тоже попытаться кого-то словить. На этом мы уже заканчиваем, в принципе. И темно уже встает. Давайте быстренько еще домой тпкнемся. О, тут еще и босс. Я надеюсь... Ух, нет, ребята. Газ-клир, потому что вы знаете, вот с шейдерами, ну, тупо ни хрена не видно, когда дождь падает. Ага, то есть ты еще и в земле. Ну, иди ты в жопу тогда. Все, ребята, на этом мы уже заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Если хотите продолжение, то есть даже если хотите, чтобы две серии
вышли в один день, то есть чтобы вот эта серия, еще одна серия вышла сегодня, ставьте лайки, и в принципе в один день смогут выйти даже две серии. Поэтому выход серии тупо зависит от вас. На этом, ребята, мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем... Че у него с рукой? Ладно. И всем пока.